Здравствуйте. Я решил подсчитать, сколько денег смог сэкономить на раздачах игр в Epic Games с 7 апреля 2022 по 7 апреля 2023 года. Чтобы вы не подумали, что я вру или напридумывал, записал момент, как я смотрел цены. Из Steam'а цены не стал брать, они там завышены. Брал данные с сайта, который перенаправляет вас на PlatyMarket. В итоге получилось почти 5000 рублей, если учитывать среднюю скидку 60%. Не пропускайте раздачи, и все у вас будет хорошо.